Министерство иностранных дел Латвии располагает информацией о 26 арестованных латвийцев на территории Республики Беларусь. Сегодня дипломатическое представительство Латвии в Витебске оказывает им необходимую возможную консульскую поддержку, но эта помощь существенно затруднена. Сотрудники МИД отмечают, что в Беларуси не соблюдается принцип независимости судебных органов, что значительно повышает риск возникновения фиктивных дел против граждан Европейского Союза. Ранее стало известно о том, что в Беларуси был задержан гражданин Латвии, предположительно Эмилс Асарис, который отправился в Республику Беларусь на автомобиле. Пресс-служба МИД также сообщила о том, что посольство Латвии в России было уведомлено о 13 задержанных жителях страны в 2024 году. И в данном случае этим людям также сложно оказать консульскую помощь в России, поскольку у посольства Латвии в этой стране ограничены возможности для сотрудничества с российскими властями. В связи с этим и другими рисками безопасности уже в который раз МИД Латвии настоятельно рекомендует жителям страны не посещать Республику Беларусь и Российскую Федерацию. Итак, решение принято. С 1 января 2025 года в Латвии уровень минимальной заработной платы увеличится с 700 до 740 евро в месяц. Планируется, что это не последнее увеличение минималки, и уже в 2026 году она может вырасти до 780 евро, в 2027 до 820 и в 2028 году до 860 евро. Также со следующего года предполагается установить фиксированный необлагаемый налогом минимум на все заработные платы в размере 510 евро в месяц. А в 2026 году этот размер может составить 550 евро и в 2027 – 570 евро. Необлагаемый минимум пенсионеров в следующем году предполагается повысить с 500 до 1000 евро в месяц. Родительское пособие для работающих предусмотрено увеличить до 75%, сейчас это 50% от размера предоставленного родительского пособия. Также планируется расширить налоговые льготы по коллективным договорам до 700 евро в год. Последние 10 лет в Даугавпилсе было реализовано несколько проектов по строительству новых сетей водопровода и канализации в микрорайонах с частной застройкой. В большей степени это коснулось жителей Гривы, Юдовки, новое строение. Один из последних проектов был реализован на Юдовке, и сегодня у жителей есть возможность с привлечением софинансирования Думы подключиться к централизованной системе водоснабжения. Но в Даугавпилсе есть еще микрорайоны, до которых так называемая цивилизация еще не дошла. Это Погулянка, Межцам, Старый Форштадт, частично Нидеркуны и другие городские микрорайоны. Как рассказала член правления Даугавпилс Уденс Елена Лапинская, несмотря на пожелания горожан и намерение самого предприятия продолжать работу по расширению сетей водопровода и канализации, сделать это без привлечения европейского софинансирования невозможно. Но дело в том, что в новом периоде планирования подобных программ не предвидится, следовательно, рассчитывать на европейское финансирование тоже не приходится. Таким образом, реализация новых проектов по строительству новых сетей водопровода и канализации, как в Даугавпилсе, так в целом и по всей Латвии, откладывается на неустановленный срок. Ноябрь – это особенный месяц в истории создания независимой Латвийской Республики. В этом месяце наше государство отмечает день своего рождения и отдает память тем, кто более 100 лет тому назад стал на защиту молодой Латвийской Республики. Самый патриотичный месяц в латвийском календаре начнется с открытия вернисажей, мастер-классов, познавательных лекций и концертов. Так, 8 ноября Даугавпилсский краеведческий художественный музей традиционно пригласит всех желающих на мастер-класс по складыванию красно-бело-красных ленточек. В этот же день в 16 часов здесь состоится открытие выставки живописи Илоны Линнерты Ружи «Пейзаж Селии». Ну а 10 ноября в костеле Сердца Иисуса на Новом Форштадте пройдет святая месса за Отечество, посвященная Дню провозглашения Латвийской Республики и годовщине независимости Польши на польском языке. 11 ноября на территории инженерного арсенала откроется выставка военной техники и вооружения ЗМСРД. В этот же день пройдет церемония возложения цветов к могилам и мемориалам павших солдат, которые расположены в Даугавпилсской крепости на гарнизонном православном старообрядческом лютеранском и католическом
городских кладбищах. Также цветы будут возложены и к памятному кресту павших польских воинов на Слободке. В этот же день, 11 ноября в 17 часов, по улицам Даугавпилса пройдет уже ставшее также традиционным факельное шествие. Ну а закончится этот вечер выступлением Андриса Эргельса и джазового квартета Лауриса Амантова на площади Венебас. Празднование Дня независимости в Даугавпилсе начнется с богослужения в костеле Святого Петра в Берегах на улице Ригас, и в 17 часов 30 минут на площади Венебас состоится всенародное исполнение гимна Латвии. В этот же день в Даугавпилсском театре состоится церемония вручения награды года Даугавпилсской городской думы. Государственная полиция в Даугавпилсе задержала двух мужчин, которых подозревают в покушении на убийство. Это происшествие, которое случилось в городе на прошлой неделе, вызвало большой резонанс в обществе. Среди потерпевших – известный в городе промоутер Сергей Парфенов. В ночь на 23 октября двое мужчин, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции, были судимы. Приехав на Audi A6, направились к автомобилю Mercedes-Benz. В это время в нем находились двое мужчин. У одного из преступников при себе было огнестрельное оружие, которым он угрожал, а потом и выстрелил в окно, ранив при этом водителя автомобиля, который был доставлен в местное медицинское учреждение. Через несколько часов полиция задержала двух мужчин 1991 и 1988 года рождения. При задержании у мужчин было изъято огнестрельное оружие. В ходе санкционированного обыска сотрудники правоохранительных органов также изъяли у мужчин второе огнестрельное оружие – обрез. Также были изъяты 11 гильз, один стреляный патрон, одежда, маска и другие улики. Оба подозреваемых в совершении преступления заключены под стражу.